российские матери, я нахожусь сейчас в центре Киева, столице суверенной, независимой Украины, на которую сегодня совершено нападение злодейским режимом Путина. Сегодня под боем большинство наших городов. Бомбы падают на наши города. Сейчас в Гостомеле, под Киевом, в аэропорту высадилось 30 российских вертолетов, подбиты 3. Идет бой. Ваши дети будут погибать здесь. Не получится иначе. Не мы пришли к вам, вы пришли к нам. Требуйте от этого злодея остановить войну. Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе. Юра Дудь, я обращаюсь к тебе. Делайте все, выступайте, остановите это.